еще одного родила, черный, по-моему. А есть сейчас вот такой, ребят, тетя меня кормит, тут балует, короче, мясо. Вот попробуй только. Эти, бля. Все, тихо. Попробуйте только зацепиться, я вам сразу втык дам двоим. Тебе первому, потому что ты гуляешь. Ты гуляешь потому что гладиолус. Да? Молодец. Успокоились, говорю. Ты посмотри на них, гуляйте, молодцы. Молодец. Я вам дам, попробуйте только вы мне шорох один заведите, бля. Гра, я тебе отвечаю, я тебя так не хочу это делать и говорить, но попробуй только первый. Кто первый дернется, тот получит. А чтобы этого не было, графчика лучше отдать. Так, что мне надо, подождите, щенки у меня переели сегодня. О, я им кефир сейчас дам на ночь, легенькое, точно. Так, сейчас что мы делаем? Смотрите, это тоже набычено. А что мы набычены? Наступил на меня вообще пофигу. Боитесь, да, меня? Боитесь, поэтому не идешь к Мосе, да? Правильно. Бойся меня. Молодец, мозг. Молодцы мои все. Ладно, будем кормить. Отпускать на 5 минут всех, чтобы тубзик сгоняли. Ну все, ребят, так. Колобок там давит всех. Луна щенков зовет всех. Колобок Симба играет. Снежка, ты тут была? А где ты была? Я думал, ты гуляешь. Я здесь, моя девочка. У меня никогда котят не было. Офигеть. Чего ты? Красавица. Три. Пойду, дам Бравекту всем. Вот 9 таблеток. Еще одна для Дуси, шоколадное масло, похоже. И для Дуси нашел симпарик. У меня как магазин, все есть. Ну что, начнем с... Ребят, настроения нет, снимать не буду. Просто сейчас всем быстренько дам. И все. Нельзя, не прыгать. Ребят, вообще на изи всем раздал, спокойно. Когда большая таблетка, удобно всем, волкам, всем спокойно, без нервов, быстренько дал. Сейчас не могу симпарику найти. Я вроде ложил на стол, неужели Киара или Спайк ее съели? Я в афиге буду. Ну, отпечатков слюны. Просто я ее сюда не ложил, а поставил на стол. Сейчас гляну по камерам, куда я положу. Неужели съели, а? Вот, ребят, смотрите. Я выхожу. Таблетку ставлю на стол. Вон она, я вижу ее. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Как раз увидите, как я дал. Блин, кто съел, блин. Мне интересно, кто съел. Неужели она так пахла, что они ее съели? Вот Спайку даю. Вот 5 секунд делов. Сейчас дам Киаре. Блин, это Киара съела, а Спайк бы хрен такие вещи съел. Вот и плохо, что я себе подносил. Вот я ушел. Остальным давать. Сейчас посмотрим. Сейчас выключу. Теперь смотрите, Киара подходит, прыгает на стол, кушает таблетку, съела, съела, прям раскрошила и съела. Красотка.
Писец, ничего не будет теперь из-за этого. Блин, я честно не думал, что она съест, конечно. Писец, и Дуся осталась. У меня больше нет запасной. Охренеть. Взяла себе и испоганила. И так и лечили ее, мучились. Только первый раз в сутки, считайте, не вставал. Ну, сейчас отказалась кушать в сторону. Сейчас энтеразгель дадим. Это ж моя лапочка. Где ж ты, моя лапочка? Здесь моя солнышко. Здесь моя солнышко. Здесь моя солнышко. Тихо, 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 вы. Тихо, тихо, боится. Малой уже газует. Да, аппетит хороший, в этот раз Тиме больше съел. Да идите вы от меня! Это что за тип, да? Это что за... Ну что, испачка? Тихо, тихо. Ну все, малыш, тихо, тихо. Тихо, тихо, не играйте сильно! Сейчас закрою вас. Блин. Мать моя, что тут творится? Ты посмотри на него, а? Сходу меня кусает. Уйдите отсюда, я говорю. Ты посмотри на него. Да уйдите нахер. Да что ж вы делаете? Ты посмотри на них, а? На меня они налетают. Жесть. Так, отвалите. Отвали, говорю. Все, отучаем их от прыжков. Да отвали, говорю. Так, ладно. Разгуляем. А, я пойду водички уберусь. Видит видео с щенками, тоже можете посмотреть. Там есть телефон. Напись мою, мой пупсик. Ребят, наконец-то я забираю свою машину. Ура! Чё за нефартовый день, блин? Тиньков 15 списали тысяч. Мотоцикл упал. Машину я больше никому давать не буду. Все. 50 тысяч я встрял. Спасибо Олегу. Хоть писец. Блин, это ж не велик. Одну руку. Еще, наверное, руль скривил, конечно. Ой, блин. Короче, 50 тысяч денег почти 2 недели делали. Не, я машины нельзя давать никому. Лучше на мне пусть сломается, чем вот так вот. Потом нервничаешь. Спасибо Олегу, нашему подписчику. Он у нас купил щеночка светленького. Ему огромная благодарность за поддержку. Огромную. Симба залезть и вылезти не может. Да хорошо, я дома приехал. Я не знаю, откуда ты появился. Симба, сверху давай ныряй. Бамби. Бамби. Да ты куда идешь? Бамби. Не пойму, как она вылезла. А, отсюда, через окно, туда, все понятно. Так, ладно. То идите гуляйте, не мешайте, у меня и так день не фартовый, лезете. Блин, тут не светло случайно. Козявка.
Так, баллон поменял. Вообще не фарт. Машина уже опять глохнет. Жесть. Так, надо баллон еще проверить. Смотрите, покушала и сматывается. Буквально минуту. Бамми там туалет пошел. Ты че за кошка? Так, давайте, вольер, бегом. Граф Кими, вольер. Вольер, Кими, вольер. Давайте, я. Устал уже потакать всем вам. Все, сидите нахер по вольерам, хер кого пущу больше. О, щеночки ждут покушать. Хоть бы Боня кушать захотела, блин. Перекормила этим кормом опять, сволочи. Я их сейчас покормлю прям чуть-чуть. Я их днем опять перекормил. Вон, видите, я специально убрал, не доели. Это Кимкины не доели, потому что Бонита не кушала. Считаю ее порцию. Да это хрена даю. Так вот берете и проверяете пеной. Если пузырьков нет, значит не пропускай. Кто-то зажигалкой делает, но это опасновато. Вроде все пучку. Ты меня так научил. Просто звук какой-то странный. А ну если выключу. А у меня газ там рубнуло. Странно. Не пойму. Ладно, выключу пока. Нашел, ребята, вот сбоку почему-то. Видите, пузырек называется. Короче, ребят, герметик нашел, а он не пашет, высохший весь. Чё за день? Я уже боюсь до чего-то дотронуться. Что-то делать. Все не так идет вообще. С утра начиная, вообще ужасный день. Вообще прям друг за другом все портится. Жесть просто, если честно, надо запомнить этот день, нахер в черный список его внести. О! Чуть-чуть пошел. Буду как-то делать. А что за день сейчас? У меня ж руки в этой херне. GoPro сейчас в руку взял. Ну, писи, я говорю, почему сейчас не да? Короче, вот сделал изолентой. Герметик изоленты. Вроде уже нету пузырьку. Короче, день вообще ужас. Пипец, еще и GoPro, если сейчас испоганим, еще будет красота. Все, нету пузырьков. Там и на. Конечно, я испачкал GoPro. О, отлично, отлично. Отлично. Еще я опять пропускаю сейчас. А герметики я уже порвал, выкинул. Сейчас мусорки достану. Жесть, вообще жесть. Все, вот так герметиком все сделал. Ну, вроде. А не один хер слышу. Где-то пропускаю. Ёб твою нихуя. Ну, вроде не видно где. Короче, пошел нахер. Все, день не фартовый. Вообще день не задался. Поэтому пошло все нахрен. Даже не буду перечислять. Вот с утра вообще. Вот сегодня день, 23 июня. Ужаснейший день. Откуда вот этот зверь появился, я не знаю. Жесть. Иди нахрен. Не буду я тебя даже трогать. Все, я отдыхаю. Чего не трону, все кошмар.